Паша, привет. Привет тебе, привет. Не, наш Паша уже теперь едет. Прибыл. Прибыл, наконец-то. Привет. Привет, дорогой. Я ну думал, что? Вы домой пошли, а вы меня ждете? Мы тебя ждем, все время ждем. Да я проблема. Думал, дома там все. Не, не проблема. Я в Галактику заехал, я просто голодный с дороги. Я думал, перекушу и поеду. Давай а мы думал, тебя накормим. Пошли домой и просто, ну я подъеду там потом. Пойдем, у нас не, такой. Не, не, я никуда не пойду. Мы уже с Никитой там встречаемся, он уже приехал. Посмотри, открой дверь вот эту сначала. Паш, вот эту дверь открой. Так, вот эту, да? Да. Так, а давай я тоже телефоном... А, не надо подсвечивать. Открой, не надо. Доставай вот эту тарелку и показывай, какой ужин я тебе даю. Да ладно. Только тарелку жалко. Ну, как мне ее вернуть? Будет. Как мне ее вернуть? Я, ну, как я ты еще, еще дальше покажи. Я даже не знаю, я с собой заберу в Москву тогда. Ой, красота какая. Тогда в Москву забирай миску. Знаешь, чего тут? Спасибо. Тут грибы голубки. Вон я попробую, тебе все сам схожу. Угу. Ну ладно, хорошо. Так, Паш, ну вот тут. Видео или куда вы там пойдете? Да, да, в ДНС. И просто говорить, что у нас телевизор, Samsung. Samsung. 4К HD качество. Последняя модель там, ну, 2019 года. Ага. И посоветуйте ресивер хороший к нему, чтобы каналы качественно показывали. Паспорт от него, из паспорта приедет. Там даже, я не знаю, ну... При... Да не там надо никакой паспорт. Саш, не перебивай, он мне говорил, а ты перебил. Так, все, я погнал. Давай. Да, а мы за тобой счастливенько. Все, давай. Все, счастливенько. Спасибо. Ну давай, Паш, до завтра. Ну, пока. Давай, завтра, не забудь. Завтра во сколько сейчас примерно вы... ждать? Завтра до часа, ну до двух часов дня. Грибов у меня получилось такое блюдо. Здесь у меня мясо отбитое. Пару кусков сверху. Там внизу голубиных пару рядовок. Белые рядовки тогда были. Здесь у меня просто картошка с морковкой, с луком и еще немножко тыквы. Вот эти вот маленький подосиновичек, один боровичок. У меня такое блюдо. Моему племяшечку, сейчас он приедет из Москвы, я ему это вот сейчас и отвезу. И не только это, еще у меня есть шикарный бутербродик с омулем. Вот, хорошо. Встречаем сегодня гостей. Все на этом. Показала произведение своего искусства. Это так, в торопях. Все. Приятного аппетита. На этом мы заканчиваем. Всем пока-пока и до встречи.